Мотоциклы наводнили город. Так можно одной фразой описать слет байкеров «Байкер-Сич» в Запорожье в субботу 13 июня. Более сотни участников из разных городов Украины и зарубежья проехали по главному проспекту города, ознаменовав открытие международного действа. Мы современные казаки, мы ездим на мотоциклах. Сегодня мы как бы проводим 6-й международный слет «Байкер-Сич» в городе Героя Запорожья. Ну, и я считаю, что наш клуб развивается с каждым годом, с каждым слетом. К нам все больше и больше примыкают новых членов клуба. Конечной точкой мотопробега оказалась Запорожская сечь возле музея запорожского казачества, где всех членов клуба и гостей праздника ожидали угощения и полномасштабный рок-концерт, в котором приняли участие ряд запорожских групп и специально приглашенные гости – группа «Черный обелиск» и группа «White». Хорошая сцена, в хорошем месте – крепость Запорожье, Хортица, вообще форева и полный респект. Неординарные личности на байкер-слетах – обычное явление, но на этом празднике был даже Элвис Пресли. Более того, он тоже состоит в клубе «Байкер-Сич» и живет в Запорожье. Элвис всегда приезжает обязательно на любые байкерские слеты, потому что, в первую очередь, это просто общение с друзьями. В Запорожье тоже есть Элвис. В завершение слета торжественно были объявлены новички, пополнившие клуб «Байкер Сич». Новоиспеченные байкеры получили обязательную атрибутику и пожелания от бывалых – ни гвоздя, ни жезла и хороших дорог.